Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Даридди. Вот, как я вам и обещал, мы продолжим играть в игрушку Агариум. Вот. И купим таки, наконец, с вами подарок. Давайте посмотрим. У меня криптонитов нету. Давайте возьмем за голоса. Куплено подарков уже 120 тысяч. 63 рубля стоит. Сейчас мы потратимся. Вот, потому что... Нифига себе. И помимо того, что 216 у меня монеток, я еще куча всего получил. Можете посмотреть за 9 голосов. Вот, в принципе, мы еще криптониты с вами накопим. Еще возьмем за криптониты подарок, так это вообще будет крутяк. Обалдеть. Это очень здорово. Так, ну что ж, тут мы сделали. Второе, вот, что вам обещал. Мы с вами к рейтингу умножим наш рейтинг на 4. Пока что мы сильно далеко отстаем, нам надо хотя бы в топ-1000 попасть. Вот, и это видео должно набрать 1000 просмотров, ой, 1000 пальцев вверх. Вот, тогда мы с вами продолжим играть в нее и делать много всяких ништяков. Да, давайте оплатим. К рейтингу 4. Ну, еще на 4, то есть под 400 очков у меня к рейтингу будет прибавляться. Так, ну что ж, и сейчас, я думаю, стоит пуститься в бой, но для начала давайте, можно рулетку крутануть еще один раз. Скоро будет у меня 5000 подписчиков, вот, я обещал опять купить с вами 100 билетов, 110. Вот это будет здорово, можно будет много чего выиграть. Так что, я думаю, мы опять випом запасемся. А, так, давайте что-нибудь новое возьмем, что это такое. Так, гарпун. Подтянуться к противнику в наличии 5 штук. Из них 5 штук до... А, до определенного, то есть... До лета, да, я так понимаю? После этого не будет. Наличие 5 штук. Из них 5 штук до 01-06. Так, что такое? А, лопнуть щит противника в наличии 11 штук. Так, интересно, крюк. Притянуть противника в наличии 5 штук. Я думаю, мы это все с вами попробуем сейчас. Вот эти крутые штуки, суперкляп, не может есть 20 секунд, или еще 8 штук. Этих у меня пока нету. Ух ты, щит появился. Защита от негативных бустеров на 30 секунд, наличие 5 штук. У меня, кстати, много монеток, я хочу все-таки место купить еще одно. Я думаю, 3 места уже будет как-то получше. Вот для нас. 8 штук у меня есть, а это по-любому нам надо. Очень крутая вещь. Так, пока не хочу ничего покупать. О, у меня есть много-много мяса. Я предлагаю с вами все-таки взять мясо. Нет, 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 на другую кнопку. Вот это будет мясо, а атака будет, наверное, на А. Давайте начнем с гарпуна, подтянуться к противнику. 5 штук. Давайте возьмем. А, ну что ж, играть сразу большим, к сожалению, нельзя. Мы не VIP. Так, ну, начнем с маленького. В принципе, мы быстро с вами залутаем. Кстати, блин. Так, ребят, а можно как-нибудь развернуть игрушку? Было бы прикольно, если можно было разворачивать. Неужели нельзя? Так, ну будет фигово. Так, ну если как-нибудь, я не знаю, так можно сделать? Нет, это будет не очень, не очень хорошо. Oh, no. Так, ладно, секундочку. А, ну что ж, друзья, так, я разобрался, короче, что и как тут делать, чтобы на полный экран сделать. Так, давайте начнем уже играть. Вот, теперь у меня полный экран. Я думаю, качество это будет намного лучше. Так, вот я такой маленький. Ползу. У меня, значит, есть крюк. У меня 5 крюков. Можем с вами подтягиваться. В принципе, можем даже вот этого съесть. Очень-очень быстро. Так, и давайте поосторожнее будем. Смотрите, гонится за мной Сашка. Дошуль, ну-ка давайте попробуем Дошуль поймать. Так, а кто меня оттянул, интересно? Oh,
no. Ух ты ж, блин. Ладно, крюки у меня еще есть. Так, в бой. Я должен был к врагу подтянуться, я так понимаю. Отлично. Ух ты, сколько мяса. Сколько ж мяса. Я понимаю, я Бэтмена не могу ловить. Ну-ка. А, не смог. Ух ты, блин. Правда, я размножился. Ну, хотя бы примерно постреляли. Вот, как действует крюк. Oh, no. Довольно-таки круто он Oh, действует. no. Oh, no. Так, сейчас меня, Oh, no. возможно, меня съедят. Так, что-то подвисла у нас игра. Интересно. Так, игрушка зависла. Ладно, сейчас, я думаю, будет нормально, надеюсь. Ух ты, блин. Пишите, кстати, в комментариях, как лучше. Ну, когда я на полном экране, вот сейчас у меня развернут на полный экран, я думаю, качество должно быть от этого лучше. В принципе, мне как-то поудобнее ориентироваться. У меня все намного, намного больше, намного крупнее становится. Ух ты, сколько у вас много. Нам надо 100 опыта с вами. 100 опыта найти, чтобы. Воу! Так, заработать, то есть 100 опыта нам надо, чтобы ударить разок по противнику. И еще желательно криптонита нам насобирать. Довольно-таки приличное количество. Ням-ням. Так, ладно, одного съели. Ням-ням. От нас убегает, привет передает. Так, Дэй какой-то. Ну-ка, давайте попробуем его, к нему подтянуться. Смогу, нет, интересно. Вот сейчас выпустить. Вот, отлично. Ах, ты улизнул. Использовал свой щит. Ну ладно. Крутая, кстати, штука, вот, чтобы подтягиваться. Ух ты, стал большим. Большим и сильным. Ну-ка, давайте Никитку попробуем съесть. Хотя это же Бэтмен. Воу! О, спасибо. Oh no. Oh Твою ж мать. no. Oh no. Вот так вот быстро мы с вами опять стали большими. Правда, мы его не съедим, блин, плохо. А вот так получше уже. Крутая штука, ребята. Вот это, чтобы к врагу подтягиваться. Благодаря ему мы такие большие стали. 2700 сейчас у нас массы. Ты там здоровый, Супермен. Я думаю, от него лучше подальше держаться. Мясо реально рулит. Вот у меня много мяса благодаря нему, которое нам дает 300 к массе. Благодаря нему мы быстро с вами лутаемся. Там здоровый, короче, Супермен. Я думаю, от него стоит держаться подальше. Так, ну что ж, когда мы проиграем, попробуем другие наши бустеры. У нас еще много их. Нам нужно как можно больше сейчас дольше держаться, потому что у нас хорошая большая масса. Надеюсь, нас никто не будет убивать. Ням-ням. Не хотелось бы умереть, конечно. Вот хочется как можно больше опыта заработать. Так, Максимка. Нет, не удается нам поймать Максимку. Максимка стал примерно таким же размером, как и мы. Даже сейчас он более опасный. Так, ладно, мы постоянно должны массу набирать. Плохо, что притягиваться я сейчас не смогу. Ух ты, как вас много. А вот Влад не может с вами никого кушать. Sweet! И я тоже не могу. Ладно, надо это время переждать немножко. Давайте спустимся. Я сейчас много массы потеряю. Тут много колючек, меня могут сейчас легко задеть. Мне тут смысла нету находиться. О, к скорости. Отлично. Я думаю, это нам пригодится. Чтобы я немножко побыстрее ползал. Воу! Это, конечно, на какое-то время, на определенное. Ух ты, сколько суперменов. Нет, тут мне делать нечего.
Катюха. Так, я свою. Куда-то я к гигантам попал, ребята. Это не доброе дело. Сейчас меня постараются съесть, конечно же. Ням-ням. Ух ты, а тут много-много кого. Катюха мне помогает, молодец. Или она случайно на колючка напоролась? Где? Жалко, я что-то не вижу криптониты. О, вот он один, хорошо. Они нам пригодятся. Воу! Меня сейчас легко убить рядом с колючками. Супермен с 1997. Если я бы мог притягиваться сейчас с помощью той классной штуки, с помощью кошки, вот, я бы смог уже еще бы больше налутаться. Ну, допустим, вот к этому коллективу притянуться. Реально крутая игрушка, крутые бустеры. Кто такой там? Здоровяк. Мак? Максим, наверное. Ух ты, блин, вот бы меня покормил бы он. Хотя он сейчас может выпульнуть в меня. И легко меня съест. Я думаю, нам стоит подальше этим держаться. Может, мне тоже стоит раздвоиться, ребят, потому что... Так, мы будем долго-долго лутаться. Анатолий. Давайте сидим, Анатолия. А, я смогу собраться сейчас очень хорошо, очень быстро. Воу! Ух ты, он меня сейчас реально попытается догнать. Нагибням какой-то. Вот как закончится у него турбо, тогда мне с вами повезет. Ням-ням, ням-ням, ням-ням. Ням-ням. Так, мне повезло реально. Могло быть намного хуже. Ах ты, блин, он сейчас меня может съесть. Он мог раздвоиться. Алиночка. Вот ее можно съесть. Сколько ж тут колючек-то много. Алиночка, отлично. Sweet! Sweet! Oh no! Sweet! Да кто в меня стреляет-то? Придется валить, ребят. Мелочь пузатую придется потерять. Невидимость. Whoa! Отлично. No. Sweet! Oh no! Yeah. Так, правда, растерял себя немножко. Oh no! Ладно, валим. Ням-ням. А, у меня брокнул, я массу теряю. Анна пытается меня съесть, и, возможно, мне получится. Хотя нет, я сейчас притянусь к себе. Ням-ням. Так, все, у меня теперь 1000 масса. Возможно, сейчас нет. Надо валить отсюда. Нужно отсюда сваливать. Ух ты, он мне отдастся, нет? Попытает. Ням-ням. Отлично. Ням-ням. Так, все, немножко покушали, и я думаю, пора валить. Оу, но. Ням-ням. Оу, но. Ну, блин. Опять у нас все хреново, ребят. Опять все хреново. Оу, но. Ладно, валим со своими детками отсюда. Oh, no. Криптонит, отлично. Oh, no. Oh, no. Так, давайте спасать деток своих. Ням-ням. 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 А, ну все, я соединяюсь. Есть еще невидимость, можно взять невидимость. Все-таки я опять свою массу собираю. Она знает, что мы за ним едем. О, отлично, нет, она не догадалась. И это ее проблемы были ее ошибка. Няша. Нет, нам надо кого-нибудь побольше найти.
Довольно-таки долго так держимся. Ух ты, Влад, спасаемся от Влада, он сильно большой. Нам он не по зубам пока что. Моим молочным. Так, а, блин, я мог бы его съесть, если бы не Влад. Влад мне сейчас все испортил. Я мог с Мом... С Вомпи какой-то. Мог его съесть. Интересно, сколько у меня уже опыта? Я довольно-таки уже долго нахожусь на сервере. Все еще пока что выживаю. Вот, кошка, конечно, мне помогла очень хорошо. Не надо кушать. Трофим. А давайте сидим Азамата. Сильно далеко Азамат. Ну, я думаю, шанс у меня есть. Отлично. Теперь нам желательно дожить до того, чтобы соединиться. Пока он не хочет соединяться. Как ни старайся. Даже он за пределы выходит. Но соединяться он не хочет. Вон до сюда только. Ладно, нужно немножко пережить. Толян. Нифига себе, Толяна. Ням-ням. Ням-ням. Так, ладно. Дрюхача мы не трогаем. Воу! Так, а какую кнопку, интересно? Ням-ням. Ням-ням. О, отлично, Влад и Алиночка. Вот Алиночку можно съесть, скушать. Сейчас моя милая Алиночка, давайте. Ну, поделись со мной, не будь такой жадной. Ух ты. Дрюхач, интересно, он меня съест, нет? Че, реально можно съесть тебе? Спасибо. Он пожертвовал собой. Блин, а вот Влада мы, я думаю, мы не сидим. Зря, зря раздвоился. Так, отлично. Ух ты, Deep Doll какой-то. У него, по-моему, глючит компьютер. Что же он как-то тормозами едет? Я думаю, мы его сейчас скушаем. Ням-ням. Воу! Sweet! В принципе, я могу попробовать. Хотел подрасти, блин, но другой растет. Ляля. Ну кто-нибудь, помогите мне. Ребятушки. Че, зря Не надо было мне все-таки массу набирать. Ням-ням. Тимофей. Да твою ж мать! Опять зазря это все. Опять все это сделал зря я. 39 у меня супер опыта. Хорошо, выйдем. А, посмотрим на бустер. Что мы еще не пробовали? Так, помимо мяса, у меня 19 мяса. Так, притянуть противника в наличии 5 штук. Да, давайте это возьмем. Я думаю, это нам очень сильно пригодится. Ух ты, криптонит, это хорошо. Влад, Владик. Oh, no. Нет. Я зря потратил, что ли, ее? Ладно, сейчас надо кого-нибудь выбрать. Мы маленькие, мы легко сидим, допустим. Oh, no. Что я делаю? Что я делаю? Так. Ладно, надо заранее это делать. Толян, Толян. Mm-hmm. Вот, отлично. Сейчас у нас получилось этот трюк. Никогда не ешь маленьких. Если у них есть мясо. Самый мой любимый трюк. Так, теперь можно кого-нибудь подтягивать. Давайте Супермена, что ли, подтянуть. Или Няшу. Ням-ням. Отлично. Крутая штука. Ну-ка, Супермена давайте возьмем. Ням-ням. Вау, это, ребят, это что-то. Что-то с чем-то. Это реально круто. Так, стрин... Стрип... Ты уж ладно, не могу выговорить.
просто сложно и читать, и одновременно следить, чтобы с тобой ничего не произошло. Друг. Что-то я сомневаюсь, что он мой друг. Поэтому будем его опасаться. Whoa, а, золотой дуброкли, нифига себе, я очень много массы сейчас могу потерять. За что мне так? Ладно, мы на массу наберем. А, лучше в больших брокли, я так полагаю. Стрелять. Гага. Леди Гага. Так, а вот и друг. Своих не ем. Я не знал, считает ли он меня за своего. Вау, 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 полегче. Дружок, полегче. Вот так вот надо, ребят. Правда, мы много мяса потратили, но это того, я думаю, стоит. Ах, он гад, смотрите, что он сделает. Я не могу ничего кушать. А криптонит смогу съесть? Вот туда опасно мне сейчас сходить. Я даже криптонит не могу взять. Вот он сейчас реально может меня стрельнуть. Я не хочу рисковать, ребят. Просто ем. Хотя, в принципе, я бы смог очень хорошо залутаться. Кусачка. Смотрите, он прям не боится, пробирается. О, валим, 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 валим. Ну его нафиг, да? Мы еще лучше поживем. Google. Не, Google сильно маленький для меня. Вот, смотрите, кусачку с вами. А, это куда? Это куда я полечу? Куда он кинул, туда он и полетит. Это как бы кошка. Все, я понял примерно. То есть я могу на врагов лететь. Вот тут опасно, сейчас меня могут... Колючка с вами. Колючку запустить. Ищем кого-нибудь... Анютку. Стоит ли съесть? Я, честно говоря, не уверен. Ну, хотя, давайте выпустим вот так. Отлично. Крутая штука, ребят. Мне она нравится. Мистик. Ух ты, спасибо. Нет. Там, кстати, опасно. Мистик, я не знаю, может быть, он мой подписчик. Реборн. Я не знаю, сделает ли он мне что-то или нет. Вообще опасно к нему идти. Нет, я не хочу к нему идти. Или стоит. Кто не рискует, тот не пьет. Но я не пью. Так, вообще, в принципе, не пью. Нифига себе, там это. Там они здоровы, я как-то боюсь туда подходить. Хотя, блин. Что-то я как-то мешкаюсь очень. Я боюсь, что он колючкой меня сейчас стрельнет. Если туда пойду. Так что я не пойду туда. Он прям около... крутится рядом с колючкой. Опасно, опасно туда ходить. Настюшка. Извини, ну блин, ну надо. Надо кушать. Хотя я мог кого-нибудь получше подождать. Того же Реборна. Съесть. Ну-ка, сможем ли мы сейчас съесть его? Было бы реально круто стать здоровым. Нет, опасно, опасно туда ходить. Сейчас меня могут сожрать. Там реально головорезы какие-то. Вот сейчас он выпульнет. Сейчас он стрельнет. Валим так что отсюда. Давайте сделаем вот так. Я понимаю, это опасно. Но нам стоит продержаться как можно дольше. У нас, кстати, хорошо получается в этом выпуске. Так, вот и Влад. Ты невидимка. Хотелось бы, конечно, в рейтинге немножко так подняться. Поэтому надо почаще играть, потому что скоро уже закончится. Криптонит мне пригодится. Скоро же соединяться буду. Сколько вообще должно пройти? Минуты или сколько, или больше?
Так, там аквара. Ням-ням. Блин, не знаю, съем его, нет. Да почему мне так не везет, когда я подхожу к нему, он начинает соединяться. Короче, по ходу дела у всех бустеры закончились, никто не стреляет, но это хорошо. Бояться нужно маленьких, потому что у маленьких все бустеры еще в карманах. Вот у больших, скорее всего, уже все использовано. О, смотрите, хочет съесть миску. Съел. Дипул. Гоша. Сергей. Кто там еще у нас? Влад, Тимофей. А, так. Походу, он был невидимый. Не знаю, мне Бэтмен как-то больше симпатизирует. Супермен тоже, конечно, ничего. А рейтинг очень такой интересный. 50 на 50 примерно у нас такая равная борьба. Дедпул. Он меня боится, нет? Он не боится меня. Нет, опасно дойти. Вот сейчас он меня захочет съесть. Вот здоровяк, я думаю. Поэтому давайте от него подальше держаться. Он не хочет ни Дедпула, никого есть. Он конкретно, я думаю, на меня нацелен. Потому что у меня большая масса. Вот я сейчас очень хорошая наживка. Ух ты, Супермен. Твою ж мать, он сейчас в меня выстрелит. Я так и думал. Я так и думал, что так и будет. Почему я? Почему? Твою ж мать. Твою ж маму. Тут очень опасно, ребят. Это разбрасывается своими паутинами. Вот нафига? Зачем? Я ж что по вам плохого сделал? Меня вообще в углу зажали. Я думаю, это конец, ребят. Это твою мать. Все, это финиш. Ням-ням. Нет смысла. Ням-ням. Ну, пришлось это сделать. Ну, я думаю, меня сейчас сожрут. Oh, no. Я думаю, это конец. Так, ну вроде выжил, ребят, вроде выдрал. Это было опасно, но все еще пока что опасность, в принципе, впереди. Я был среди каких-то гигантов. Общая масса, я так понимаю, у меня 2400, да? Владик, ну-ка, сидим ли мы, Владик? Не туда стрельнул. Как много точек-то тут? Интересно, сколько у меня опыта? Я надеюсь, сотни есть уже. Хотелось бы раз ударить уже. В рейте мы по 400 будем с вами набирать. Может быть, сейчас у меня будут выходные, может быть, чаще стоит агарию выпускать. Ух ты, ух ты. Как много всего. Смогу ли я съесть, интересно? Фак, я не смог, ребят. Вот и лоханулся-то. Как быть злым-то? Не получилось, короче, хотел его съесть, Влада. Вот, зазря, короче. И зазря я массу набрал, которая дает 300 к массе. Не помогло. Ну, а так хотелось бы его съесть. Я так полагаю, вот этот 300 массу взял. Криптонит нам пригодится, в принципе, криптонит. Хочется опять бонусы взять. Всякие ништяки. Так, нужно обойти немножко. Ням-ням. Ням-ням. Я взял, благо я взял. Тоже хотел криптонит собрать. Так что, ребят, советую собирать криптонит, потому что реально крутая штука. Ням-ням. Сколько мы потратили? 14 плюс 9 голосов. 23 голоса потратили. Танюшка. Ням-ням.
Отлично. Налутались. Ух, там здоровяк идет. Давайте от него, я думаю, подальше держаться. Ну, мы пока вроде держимся, ребят. Сейчас нам надо пережить этот момент. Кто там пекает? О, спасибо. Наберу ли я 100 опыта, интересно. Но вот за одну игру я получил сколько последний раз? 39 опыта. Я думаю, есть такая вероятность, что я уже набрал 100 опыта. О, блин, ну пожалуйста. Почему ты такой жадный? Йо, один я. Я сейчас мог реально... Криптонит. Я мог реально сейчас легко собраться. Йо, один я, вот негодяй реально. Не дал мне такой возможности. Что же вы такие? Я же для вас, для зрителей стараюсь все это. О, девочка. Девонька, спасибо. Оксимирон, ну я помню... Оксимирона уже один раз кушали. Ну, довольно-таки неплохо на вкус. Котейки. Так, интересно, хотелось бы его съесть, конечно. Но почему мне всегда не везет? Ладно, все, надо валить, короче. Так, у меня пока невидимость есть. Смогли бы кого-нибудь сейчас съесть. Ладно, не будем рисковать. Ух ты. Твою ж мать, как быстро меня съели. Что-то мало мне дали опыта, да? 51 всего лишь. Я рассчитывал, что мне дадут больше. Что у меня по бустерам? Мы, кстати, что еще не пробовали? Вот, у нас еще осталось... Сюрикен. Лопнуть щит противника. В наличии 11 штук. Я думаю, это пригодится. И мясо мы не будем жалеть пока что, ни мясо, ни золотую курицу. Потому что сейчас идет очень важная такая борьба, и нам надо все по максимуму тратить. Все самые хорошие бустеры. Поэтому, так, давайте посмотрим вот это все-таки. Лопнуть щит противника, в наличии 11 штук. Так, из них 11 до 01-06, до лета. То есть это не вечные бустеры, они потом закончатся. Бэтмен и Супермен. Ну что ж, продолжим. Кстати, подожди, давайте вернемся назад, посмотрим. Эта шапка дает к опыту 20%. Не, магнитную еду нам не нужен, нам лучше к опыту. 15 скорости объединения. Но вот это дает все. Вот это самая крутая, конечно, шапка. Так, значит, пока что так, да, играем. Ну что ж, гоу, теперь мы можем лопать щит. Отлично, этот трюк мы провернули. Юля. Полина. Много девушек очень, я заметил, играют в эту игрушку. Потому что игрушка реально достойная, игрушка классная. В нее интересно играть, в нее хочется играть. 51 опыт, значит, у меня. О, давайте попробуем лопнуть щит. Мы с вами это хотели сделать. Вот и все, и нету щита, ребят. Вот так вот нужно играть. Был щит, и его щит, и у меня нет. Вот так вот надо играть. Фух, сразу залутались. Сразу стали большими. Дедпул. Довольно-таки... Ну, чтобы лопнуть щит, ребят, вот, нам, конечно, нужно, допустим, на третью кнопку сделать, чтобы лопать щит. Сначала лопаем щит, а потом используем какой-нибудь другой бустер. Только такими махинациями можно чего-то хорошего добиться. А просто лопать щит нет смысла. Лопать щит нужно, чтобы... А какой-то второй эффект наложить. То есть надо, чтобы лопнуть щит, нужно два каких-то. Допустим, я лопаю щит и притягиваю врага к себе. Вот это да, вот это эффективно. А просто лопать щит, мне кажется, бессмысленно.
Поэтому сейчас мне надо побольше ячеек для бустеров. А, блин, нет! Oh, no. Зачем ты так жестоко? Он еще раз... Вот так надо играть, ребят. 57 опыта, в принципе, неплохо. Так, ну а что у меня там еще из бустеров есть? Давайте посмотрим. Лопнуть чит. А, боксерская перчатка откинут противника. Наличие 19 штук. Это бесконечно, я так понимаю. А эти тоже не бесконечны, ребят. Это до лета. Ну, в принципе, у нас еще будут и апрель, и май. И апрель, и май. Я думаю, они нам пригодятся. Ничего такого страшного нет, если мы их оставим. Главное не копить за сотню, чтобы... Ух ты! Супер щит! Защита от негативных бустеров на одну минуту. В наличии 5 штук. Крутой щит, ребят, крутой. Мне бы еще открыть, конечно, ячейку хотелось бы. Вот, посмотрим, может быть, в следующих серий все-таки сделаем это. Нам надо голоса придется потратить. Не знаю, пока посмотрим. Пускай видео хотя бы 100 лайков наберет. Продолжим с вами играть. Так, ну что ж, нам надо все-таки бустер взять. Давайте перчатку возьмем. Зачем, в принципе, мне откидывать противника? Если он на меня будет, допустим, валить, только так. Так что ж, бой. Сначала легко нам лутаться. Раз, два, и мы сразу здоровяки. Вот, то, вот так нам нужно делать, ребят. Даже не успел очухаться. Не успел понять, в чем же дело. Джамбо. В принципе, я здоровяков могу не бояться, у меня есть перчатка. Или, допустим, сейчас кто-нибудь подойдет, я его просто кидану перчатку, чтобы взять тот же самый. Ну, на поле что-нибудь взять, какой-нибудь ништяк. Так, что-то так игра подтормаживает, да? Немножко, ладно, все прекратилось. Или, допустим, на колючку я смогу бросить кого-нибудь. В принципе, да, сразу я вижу много крутых вариантов. Что можно провернуть с перчаткой? Давайте попробуем также на колючку кинуть. Нам надо какого-нибудь большого найти сначала. Ням-ням. Сергей, я вовсе не гей. Так. Вот так нельзя, это подло. Ням-ням. Зачем же? Oh, no. Да ладно, это не подло, oh, ребята. No. Это такая игра. Oh, yeah. Oh, видите, no. Видите, какие маленькие негодяи. Почему в меня? Почему? Oh, no. Виктория. Oh, no. Виктория, почему именно я? Что я тебе плохого сделал? Неужели тебе не нравится мой канал? Она именно реально меня, зато я взял... Oh, yeah. С вами штучку прикольную. Oh, no. Oh, no. Она реально только на меня. Оу, oh, ноу. No. Оу, oh, no. Видите, какая Виктория жестокая? No. Она чисто... Оу, oh, ноу. No. Сейчас мы ее зададим. Оу, ноу. Оу, ноу. Оу, е. Смотрите, какая вот... Оу, oh, ноу. No. Я отомщу, ребята, ей-богу. Оу, oh, ноу. No. Почему они так? Почему? Ну все, я сейчас только рядом с ней буду крутиться, чтобы ей отомстить. Сейчас только удачно так подойдем, чтобы ударить. Давайте на колючку ее кинем. Ох ты, блин. Я до нее доберусь. Я до нее доберусь. Оу, oh, ноу. No. Вали отсюда, дайте я доберусь до Виктории. Я так хочу это отомстить. Давайте хотя бы разок ударим ее. Так вот, она уже куда-то летит. Так, мне нужна скорость. Да, так будет намного лучше. Сейчас будем рядом с ней вертеться. Все, съели Викторию.
Хотя бы так отомстили. Перчатку пока не могу никак угол подобрать. Если подобрать хороший угол, можно также кинуть на колючку кого-нибудь. Конечно, лучше здоровяка кидать. Давайте посмотрим, может быть, у нас получится это. Самао. Ух ты, Тарас. Тараскин. Не знаю, получится у меня нет. Я думаю, нет, не получится. Тимофей. Убегает. Воу! Оу, ноу! Эх, блин, не получилось, ребят, догнать, к сожалению. Так бы я мог прицепиться, но нет, не получится. Тимка от нас убежит. Тимка от нас сейчас может убежать. Теперь наоборот. Вот так мы... Вот зачем нужна перчатка, ребят. Виктория, смотрите, она опять... Она меня запомнила, опять делает пакость. Виктория, не знаю, чем-то злая на меня. Турбоусиление. Марина. Вот Марина, я думаю, нормальная. Марина, можно скушать. Ладно, не будем ее трогать. Так, нам нужно найти вновь Викторию, чтобы ей можно было отомстить. Собираем также криптонит. Криптонит нам пригодится всегда. Марина, прикиньте. Ой, Виктория меня выследила, все-таки я отомстила. Своими ракетами. Она, видимо, меня не любит. Не знаю почему. Я долго маялся. Вот сейчас мы зададим Мари... Вот так вот. Вот так, ребят. Вот про это я вам говорю. Вот зачем нужна перчатка. Мы сейчас это прям на деле показали. Крутую комбо с вами провернули. Нужно просто под правильный угол залезть. Вот так вот. Все, закончилось. Были бы у меня две перчатки, мы с вами, у нас бы получилось. То есть, в принципе, перчатка неплохая, если правильно ей распорядиться. Криптонит нам всегда пригодится. Тем более, у нас уже много накопилось его. Довольно такая затяжная серия у нас получилась. Мариночка. Оу, ноу. Валим. Тут у меня шанс на то, что он не пролезет. Ну, ребята мне помогают. Оу, ноу. Значит так, да? В принципе, я его сейчас его обойду. Оу, ноу. Сейчас я его обойду. Так, отлично. Довольно-таки долго мы держимся. Ладно, давайте уже умирать. Oh, no. Посмотрим, какой у нас результат. 67 опыта, ребята, у нас. Вот, ладно, давайте в следующей серии продолжим. Я думаю, мы неплохо поиграли. Также начнем изучать эту игрушку. Игра крутая, но хотелось бы ударить противника, чтобы на рейтинг подняться, плюс 400. Это будет очень такой значимый результат. Вот поэтому нам стоит поиграть. Может быть, даже мы много серий снимем скоро. У нас будет такая затяжная серия завтра. Посмотрю, подумаю, ребят. Вот. Ну, пока что всем до скорого, ребят. Пока-пока. Увидимся с вами завтра.